Очередная донорская акция «Река жизни» проходит уже в 56-й раз. На сдачу крови в областную станцию переливания крови на сегодняшний день пришло более сотни добровольцев. Ну что, проходит нормально, как все акции. Очень большой интерес вот к этим украшениям, которые сделали. Потом мне очень нравится то, что донор, выходя со станции крови, переливания крови, может взять шарик, где написано «Я донор», надутый, значит, гелием, и выпустить, отпустить его. Знаете, какой-то такой символ, придуманный нами, сообща вот с новыми партнерами, символизирует, на мой взгляд, такой тихий человеческий подвиг, который, ну, поднимается ввысь нашего рязанского мира. Спасибо. Работники станции переливания крови считают, что именно регулярная акция «Река жизни» приводит людей в ряды добровольных доноров. Акция чем хороша? Во время ее приходят те, кто никогда до этого, может быть, и не решился бы прийти. Это как бы является вот каким-то толчком пойти попробовать, и многие, кто пришел в акцию, сдал кровь, потом становятся регулярными донорами. То есть, в общем, акция, она нужна именно как и пропагандистская вот такая акция, и вот именно подтолкнуть людей прийти и опробовать свои силы в качестве донора. Чуть менее года назад отечественное донорское движение сотрясла новость об отмене компенсационных выплат за сдачу крови. Позже, когда число доноров стало резко снижаться, прежние правила немного модернизировали и вернули. Впрочем, горожане, пришедшие на областную станцию переливания крови, в один голос уверяют, что сделали это отнюдь не из-за материальных соображений. Это нормальная реакция человека помочь людям, которые нуждаются в нашей помощи. В данном случае я могу помочь только тем, что сдам кровь. Я уже сдаю периодически кровь, вот, чтобы детки наши были здоровы. И, в общем-то, какие люди в беде, надо выручать, естественно. Ну, считаю, что лучше бесплатно. То есть, если есть желание, есть настрой, то приди и сдай кровь. Вот так. Сейчас по статистике в России количество доноров на 1000 населения примерно в 3 раза ниже, чем в странах Западной Европы. Однако работники станции переливания крови надеются, что именно такие акции, как «Река жизни», будут способствовать постепенному увеличению числа добровольных доноров.